У двухлетней Нади время от времени хлещет кровь изо рта. У нее гемангиома твердого неба, вылечить которую крайне сложно. В Кыргызстане за лечение никто не берется. Это заболевание у нас в стране встречается довольно-таки часто. И было бы хорошо, если это была просто гемангиома. Однако вся беда в том, что у Нади тяжелая форма. Артериовенозная мальформация. И, как оказалось, она единственная в Кыргызстане с таким видом заболевания. Ну вот, надеюсь, что вылечат все-таки вот эту болезнь, она забудет, что такое больница. Потому что провести 2 года своей жизни в больницах, это из двух два, это не дай бог никому посмотреть. Таких случаев, когда пациент не может элементарно встать на учет в медицинских учреждениях, у нас в стране очень много. Кроме того, есть случаи, когда некоторым не оформляют, например, инвалидность, по причине того, что его недуг не внесен в список заболеваний, по которым можно было бы выдать соответствующую справку. К сожалению, этот перечень, да, регистр больных с редкими заболеваниями не всегда берется на учет. Не все фармкомпании заинтересованы в регистрации препарата, который нужен только для одного, или для двух, или для 10 больных. Да? То есть нет заинтересованности. В каждой стране свой список редких заболеваний. Не существует единого широко применяемого определения орфанных заболеваний. И их определение где-то полагается на частоту случаев, где-то на доступность лечения и где-то даже на возможность облегчения ее течения. Основным критерием для включения в список редких заболеваний у нас в стране считается распространенность 10 случаев на 100 тысяч населения. До этого момента у нас не было такого перечня. Есть у нас другие перечни, да, которые очень часто встречаются. То есть это социально значимые заболевания. А вот орфанных заболеваний, к сожалению, у нас не было. И эта экспертная группа на сегодняшний день разработала этот перечень заболеваний. И приказом Министерства здравоохранения у нас утверждено 41 заболевание на сегодняшний день. Для чего он нужен, да, орфанные заболевания? Для того, чтобы повысить доступность лекарственных препаратов для больных с редким заболеванием. Почему? Многие редкие заболевания являются генетическими и сопровождают человека в течение всей жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. И также многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30% детей с такими недугами не доживают до 5 лет. Пациенты с такими заболеваниями часто чувствуют себя отринутыми в обществе и потерянными в мире. И несмотря на то, что этот список составлен только сейчас, радует то, что такие редкие пациенты все-таки получат возможность на лечение. Бегаим Бегалиева, Эльчубек Кыштоубаев, Новости Ошпирим.